что мне. Чего? Нет, это криминал. Ты что-то в подвале зашел. Да. Но не работает обвод, он, да. Кстати. Не работает, да, к сожалению. Ну, значит, стояк засорился. Просто он мне говорил, у меня вот было тогда вот, или так давно, я тоже с этим боролся проблемами. У меня тоже дома воняет очень. Нет, именно парадной самой на первом этаже. У меня то же самое. То же. Значит, у тебя тоже столько засорился, чувак. Обращайся уже тогда. Ну, я вообще-то ничего, ни копейки не заплатил за девочки на жилье, поэтому... Да при чем тут это? Нет, ну, значит... Просто девочка такой вот, ну... Ну, понятно, понятно. Просто я тебе говорю, если что, и все, что... Просто это дело дедушки. Я девочке говорю, а девочка начинает ругаться постоянно. Ну, тебе надо просто самому сделать заявку в жилье. Я так и сделал, когда с электричеством было. Так, то выяснилось, что пожар произошел из-за этого. Сейчас. Так, по-моему, отправился. Да. Да, поставь пошло пока. Если будет приходить, то. Сразу бежал ко мне. Ага. Все. Так, давай. Нажимай. Еще пельмени немного пахнет. Ага. Ну, там, ну, посмотри. Работает. Но... Ну, нехорошо очень. Да, сейчас посмотри. Битая? Нет. Скорее, наверное, со шлейфом проблема, судя по всему, матрица. Ага. Сейчас прошли... А, там стекло дергает. Нет, если бы надо было пошевелить матрицу, можно было бы как-то это мы уже не сделаем, это надо разбирать весь приказ, понимаете? Да, помню, PSP-хи мои тоже такая проблема, проправили шлейф, и он работал потом. Ну, вот у меня один такой табло было, на самом деле, я саму ну, матрицу... Ну, можем попробовать поменять потом. Я матрицу заказал с Али, поменял, и все нормально. Молодец. Нашел на Алиэкспресс такую же матрицу, только она не, ну, меняется отдельно, если это самое... Вместе с стеклом? Нет, не вместе с стеклом. Там легко меняется и все. Так, этот... Что-то на обратно смотрю, приехал. Пойдем.